Eu tot vreau că voi să stați cu mine cât mai mult în seara asta. Она прекрасный человек и замечательная певица. Именно благодаря ее инициативе наши звезды стали чаще участвовать в благотворительных акциях в помощь больным детям. Вот и пришло время и для своего первого сольного концерта. Дебютный концерт – это важный момент для каждого артиста. Какие эмоции переживала Кристи в этот день? Я очень переживала перед выходом на сцену, именно чтобы собраться народ, да, чтобы я вышла и выложилась на все 100%. Потом уже, естественно, я уже расслабилась, потому что не для того столько, наверное, работаешь, столько учишься, чтобы выходить на сцену и вот так вот там, я не знаю, там коленки что-то дрожали, слова забывала. Нет, у меня такого не случается. Музыкальная подборка была довольно разнообразной и интересной. Певица поделилась с нами, почему именно такой репертуар. Было немного на два так блока разделено. Первое более спокойное, да, более лиричное. Потом уже началось более такое, более дэнс, что ли. Концерт удался. По всей видимости, певица осталась в восторге и порадует нас. Настоящий профессионал всегда положительно воспринимает критику. А как Кристи относится к мнению других? Еще мне важно и мнение людей, которые не мои коллеги, не звезды, то есть не друзья, ну родители, это я не трогаю родителей. То есть есть слушатели, которые просто пришли сегодня, которые выиграли пару пригласительных, да, с конкурсов по радио. Дебютный концерт Кристи Руш получился на ура. Публика в восторге. Мы желаем ей творчества, успехов и двигаться только вперед.